Какие бутерброды полезнее для людей пенсионного возраста? Практические советы. Вот несколько практических советов, чтобы наслаждаться вкусными и питательными перекусами. Выбирайте полезные хлебцы. Предпочитайте цельнозерновой или ржаной хлеб, который богат клетчаткой и витаминами. Добавляйте здоровые жиры. Авокадо, оливковое масло или арахисовое масло. Они могут стать отличным дополнением к вашим бутербродам. Используйте нежирные белки. Куриная или индейка, грудка, рыба, яйца – это отличный источник белка без излишних жиров. Умеренно с сыром. Если вы любите сыр, выбирайте нежирные сорта и употребляйте его в разумных количествах. Добавляйте свежие овощи и зелень. Помидоры, огурцы, листья салата и свежая зелень сделают бутерброды более питательными. Ограничьте колбасные изделия. Сократите потребление колбасных изделий, так как они могут быть высококалорийными и содержать много соли. Экспериментируйте с начинками. Попробуйте разные начинки, такие как греческий йогурт с орехами и медом или лосось с авокадо и огурцом. Не забывайте о фруктах. Добавьте к бутербродам фрукты, такие как яблоки, груши или ягоды, чтобы получить дополнительные витамины. Уходите от жареных и жирных начинок. Предпочитайте заправки на основе йогурта или лимонного сока. Они легче и здоровее. Контролируйте порции. Помните, что даже самый полезный бутерброд нужно употреблять в разумных количествах. Следуя этим советам, вы сможете наслаждаться вкусными бутербродами, которые будут питательными и полезными для вашего организма.